Привет. У нас уже весна, в полный рост расцвели вот яблоки. Сегодня у нас открывание киндера на улице. С кем мы будем открывать киндер? С Машей и Медведь. На, Саш. У нас Саша взрослый. Один. Маша и Медведь там? Губы. Да, открывай давай. Посмотрим, Саша сможет наше открыть? Не может. Сейчас папа поможет, давай. Сейчас папа поможет, начнем. Мы чуть-чуть помогли, Саша. Давай. Вот так раскрывай. Шоколадка там. Шоколадка. Открывай. Что там есть? Давай. Мы чуть-чуть помогли Саше открыть эту вот оранжевую капсулку, яйцо, желточек. Что у нас в желтке? Вытаскивай, Саша. Ой, все упало. Все упало. А у нас здесь Миша. Мишка. Посмотрим давай. Да, вот такой вот Мишка у нас. Вот какой у нас Мишка. Теперь у нас есть маленький Мишка и большой Мишка. Есть еще Маша. Маша говорит: о, привет, Мишка. Что ты такой маленький, а я такая большая? Конечно, Маша, ты же игрушка большая, а я вылез из киндера. Ну ничего, мы так будем играть. Я буду большой, а ты будешь маленький. А вы про меня забыли? Вот, есть я большой Мишка тоже. А это мой братишка.